А вот яблоки, как известно, не новинка для Татарии. Испокон веков славятся ее сады Антоновкой, Грушовкой, Боровинкой. Кто из садоводов не знает, что яблони дают хорошие урожаи не чаще одного раза в два года? Однако у садовода Василия Михайловича Костина из колхоза «Дружба» Мензелинского района яблони плодоносят ежегодно. В чем же секрет? Часто спрашивают у Костина садоводы из других колхозов. Василий Михайлович охотно делится своим опытом. Он рассказывает про обильную подкормку, про тщательный уход за каждым деревом. Много хлопот с обильным урожаем. Яблоки надо отправить в Москву на всесоюзную выставку, в магазины Казани.